Привет, меня зовут Иван. Я предприниматель и ученый. Ученый-математик и предприниматель-популяризатор. Но я очень люблю науку, люблю экспериментировать. Я вообще люблю движуху в целом. Я плохо играю на гуслях и футбол. Ну как плохо? Я не нравится, как играю на гуслях, хочу сказать. Я сейчас расскажу стихотворение, называется «Исповедь к сыну». Автор Рюдьярд Киплинг. Это одно из моих любимых стихотворений. Почему? Ну, потому что хочется быть таким, как в этом стихотворении. Очень. «Владей собой среди толпы сметенной, тебя клянущий за смятение всех. Верь сам в себя наперекор вселенной и маловерным отпусти их грех». 27 лет назад мама меня родила в воду, а папа сразу же облил холодной водой. Я думаю, что это на меня очень сильно повлияло. Ну, то есть такой стереотип, что холод — это плохо. Можно заболеть, можно простыть. Но, как я выяснил, на самом деле это очень классно. Очень полезно и приятно. С тех пор я не доверяю стереотипным мнениям о чем-либо. И стараюсь все проверять на себе. Сейчас я собираюсь довести парафин до кипения. Опа, 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 опа! Опа! Ну, иногда опыты идут не совсем по плану. В общем, спасибо, ребят. Щенки, ну что-то у нас такая странная. Маша, а почему здесь с двух сторон пуговицы на этих? Иди, Петя. Есть такое наблюдение, да, что там физика, математика — это так скучно, неинтересно. И чаще всего проблема в том, что вовремя этим людям ее просто не преподнесли. Тогда мы с ребятами, я как математик, да, еще физик, биолог, мы решили ездить по школам и показывать школьникам классные уроки физики. Поджигать, взрывать, объяснять, почему это все поджигается, взрывается. А позже выяснилось, что это очень востребовано, и что люди, ну, готовы платить за то, чтобы посмотреть на мир глазами ученого, да, чтобы увидеть какие-то интересные явления, узнать про них больше. И так это превратилось в бизнес. Нашлись мои партнеры Антон, Ольга, с которыми мы 5 лет назад основали Музей науки Ньютон Парк. Мы стараемся заинтересовать людей разного возраста наукой. Здесь можно на практике узнать законы оптики, увидеть, как получается разные цвета, почему небо голубое. Моя любовь к науке и наблюдение того, что многим людям не нравится там физика, математика, привело к тому, чем я занимаюсь. Детям это все очень нравилось. Эти горящие глаза я никогда не забуду, они до сих пор меня мотивируют заниматься, да, этим делом. Да, я вообще очень стеснительный человек. Ну да, мне, наверное, не дано было быть оратором. Я в школе заикался. До сих пор происходит. Поэтому, ну, каждое выступление мне давалось таким большим трудом. Вот он уже начал кипеть. Уже пошли такие хорошие пузырьки. Отлично, отлично. Ну что, все готовы? Я сейчас его буду опускать в эту воду. Пусть час не пробил, жди не уставая. Пусть лгут лжецы, не снисходи до них. Умей прощать, и не кажись прощая, великодушней и мудрее других. Умей мечтать, не став рабом мечтаний, и мыслить, мыслями обожествив. Равно встречая успех и поругание, не забывая, что их голос лжив. На школе Потанина я встретил свою будущую жену Марию. Я считаю, это мой главный успех в жизни. Ну, мы очень похожи, она тоже математик. Пять месяцев назад у нас родился сын Михаил. Я присутствовал на родах.
Я считаю, это вообще самое необычное явление, которое я когда-либо видел. Как Миша рождался, как он менялся в процессе родов, после родов. Это просто чудо. Я никак не могу по-другому это описать. Ты Миша, а я папа. Меня папа зовут. А ты Миша. Тебя Миша зовут, а меня папа. Для тебя я папа. Папа. Да. Папа. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед. Ладно, я с ним поделаю зарядку. Давай, давай, вот так. Вперед. Проползаем. Я вам сейчас покажу, как образуются облака. Раз, два, три. Останься просто, беседуя с царями. Останься честен, говоря с толпой. Будь прям и тверд с врагами и друзьями. Пусть все в свой час считаются с тобой. Вот эта вся сфера НКО, так называемый третий сектор, да, экономики, это хорошая возможность сделать то, что ты хочешь, не заботясь там о какой-то непосредственной сиюминутной выгоде. Мы подаем заявку на грант, описываем нашу идею. Эксперты оценивают и говорят, ну, здорово, давайте это делать. Наполни смыслом каждое мгновение. Часов и дней неуловимый бег. Тогда весь мир ты примешь во владение. Тогда, мой сын, ты будешь человек. Вот такой мой любимый опыт. Очень классно. Я думаю, что очень важно сохранить ребенка в себе, взрослому человеку. Потому что ребенок, он смотрит на мир непредвзято. У него нет каких-то машинальных, да, действий, которые накапливаются у человека. Да. Ну и мне есть у кого поучиться этому. Теперь есть такая хорошая отмазка, почему я проявляю в себе этого ребенка. Потому что я играю вместе с сыном. Что хочу сейчас? Куда на секунду? Сейчас я хочу искупаться в Енисее. У меня в голове много разных идей, проектов. Хочу продолжать творить, быть в потоке. Ну, даже самое счастливое, да, состояние, когда ты находишься в потоке творчества.